Приднестровье подвели итоги республиканского субботника, который прошел 7 ноября. Активнее всех остальных оказался Рыбницкий район. Там на уборку вышли более 10 тысяч человек. Во всех городах и районах убирали, красили, белили, а еще высаживали деревья, кустарники и цветы. Больше всего деревьев появилось в Бендерах. Это и лиственные, и хвойные. В парке Невского на субботнике была и семья президента. Вадим Красносельский вместе с супругой тоже посадили дерево. А на следующий день на совещании глава государства поблагодарил всех, кто вышел на республиканский субботник. Основная масса людей участвовала, было много волонтеров, много желающих, много молодежи, что радует. Вот. И, естественно, ту цель и те планы, которые мы ставили, они достигнуты. Да? Высажены деревья, кустарники, белили, красили, убирали, подметали. Вот, и так далее. По большому счету занимались нужным делом в части облагораживания своего дома. В республике в целом понятно, это свой дом, надо относиться к республике, к своему дому. Я думаю, что это мероприятие в этой сфере не последнее. В Тирасполе субботник растянулся на 3 дня. 7 ноября парки и скверы убирали больше 8,5 тысяч человек. Всего же в республике на субботник вышли 40 755 человек. Акцент в этом году сделали на озеленение. Всего за один день посадили более 6,5 тысяч деревьев, более 5 тысяч кустарников и почти 12 тысяч роз. Всего кустов роз, кстати, купили 20 тысяч. Остальные еще будут высаживать.